Удобное время и быстрые ответы на все вопросы. Встречи в формате выездных администраций продолжают положительно откликаться среди химчан. В этот раз со своими обращениями пришли жители микрорайона Сходня. Это хороший формат, потому что в Химки не всегда есть возможность поехать. Плюс записаться, там, как правило, очень большая очередь, если записываться именно там к замам и так далее. Вот, достаточно затруднительно. А здесь они сами к тебе приезжают. На выездную администрацию приходят и сразу с несколькими вопросами. На каждый можно получить оперативный ответ. Ведь в одном месте представители администрации, сотрудники профильных ведомств, депутаты, которые ответят на вопросы, касающиеся любой сферы. Мне все подробно объяснила женщина, очень приятная, все хорошо. Это очень удобно, потому что не бегать везде по всем инстанциям, а все в одном месте, и к любому человеку подойдешь и спросишь. Я вот несколько вопросов уже решила. Обращаются химчане и с вопросами, которые требуют детальной проработки. Все обращения власти обязательно берут на особый контроль. Тематика всегда разная, зависит от микрорайона и времени года. Основные вопросы сейчас в летний период, конечно же, касаются проведения работ. Работ по благоустройству, работ по ремонту подъездов, по установке новых дворовых площадок, спортивных площадок. Поэтому эти вопросы наиболее активно обсуждаются на таких встречах. И, конечно же, это дает возможность непосредственно выйти на территорию, посмотреть, оценить объемы работ, возможность их проведения в этом году или включение плана работы на последующие годы. Такой диалог населения и власти дает плодотворные результаты. На встрече в таком формате жители не только задают волнующие вопросы, но и предлагают свои инициативы по улучшению Химок. Выездную администрацию в городском округе проводят еженедельно. Только с начала этого года уже провели 24 встречи в таком формате. Со своими вопросами обратились более 1000 человек. Александр Зель, Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.